Здравствуйте, ребята, садоводы. Опять сегодня мимо моего дома везли тележки, прицепы с травой, с ветками. И у меня появилось непреодолимое желание еще раз поговорить о том, что все это возятся деньги. Уже не один раз я говорил, что ни одной ветки, ни одной травинки с огорода уходить не должно. Все это должно перерабатываться. Все это давным-давно всем известно, но почему-то то, что я вам показывал вот по мусору, в общем, получается, что вместо того, чтобы это делать на своем участке, люди вывозят, грубо говоря, на помойку, и это уже приобретает какой-то социальный протест, то есть вы берете с нас денег много, вот вам за это грязи побольше. Вот я вам сейчас покажу, да уже показывал неоднократно, но просто еще раз. Вот стоят два компостера на 800 литров. Вот один наполнялся с начала прошлой весны. Вот этот уже готов перерабатывать. Уже я тоже неоднократно показывал, каким образом. Я просто хочу сказать, что вот эти компостеры, они уже оправдали свою цену многократно. Почему? Потому что примерно с этого компостера получится ведер 50-60 отличного перегноя. Этот перегной возили здесь ушлые ребята и продавали по 50 рублей мешок. В мешке, дай бог, максимум 3 ведра, и того, наверное, не будет. Вот и считайте. 60 ведер, грубо говоря, 20 мешков. 20 мешков по 50 рублей уже 1000. А эти компостеры стоят у меня уже лет 5 и прекрасно себя чувствуют. Нет, вот я вам сейчас показываю их продажную цену. В принципе, около 2000 окупится за 2 сезона. Сделаны они очень хорошо. Основой являются вот такие вот доски, из которых он, собственно говоря, и собирается. И получается, во-первых, с ним очень удобно работать. То есть постепенно разбираешь, и очень легко все это дело перерабатывать. Я просто хочу еще раз сказать о том, что это ваши деньги. То, что я хотел сказать, может, я уже надоел со всеми этими делами, но исходя из своего собственного опыта, я считаю, что это очень-очень полезная вещь. Вот этот контейнер, он был почти как вот этот вот. Все это осядет, начнет перегниваться, все осядет, и будет замечательно перерабатываться. Здесь в итоге у нас получается вот такой перегной. Это просто чудо. Ну и все. Собственно говоря, чтобы не загружать и не умничать, я с вами прощаюсь. Подумаю, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. А так, в общем-то, до свидания и вам богатых урожаев. И всего хорошего.